Внимание, говорят и показывают друзья. Начинаем нашу внеочередную передачу из серии «Клуб знаменитых капеллянов». Сегодня, товарищи, у членов клуба большой день. Мы принимаем у себя сборную команду БДТ, которая совсем недавно защищала честь нашего театра на многих зарубежных площадках. Ведут нашу передачу из клуба знаменитых капеллянов специалисты, друзья, знатный лаврововед Михаил Державин, известнейший капеллянофил Анатолий Адоскин и известный шаркоман Александр Ширвин. Итак, составы команд. Тренер сборной команды БДТ, мастер международного класса Георгий Александрович Товстоногов. Номер первый. Ефим Капеллян. Рост 179 сантиметров. Майка голубая, трусы белые, усы черные. Капеллян перворазрядник, призер летних и зимних телевизионных игр. Владислав Стрижечек сегодня также выступает под первым номером. Пиджак концертный, рубаха найлоновая, белье теплое. Жильчик, победитель зонального турнира на лучшее исполнение Наполеона Буонапарта, а также более 75 генералов чужеземных армий. Особенно страшен стрижельчик в ближнем бою. Сергей Юрский, спортобщество «Труд». На многих площадках выступает с разными номерами. Рекордсмен Ленинграда по поднятию театральных тяжестей. Кирилл Лавров, Ленфильм «Москва». Рост средний, здоровье слабое, характер тяжелый. Чемпион по забегам из театра на разные кинодистанции. Сегодняшнюю встречу осудит телезритель. Судьи на линиях Юлия Борисова и Руфина Нифонтова, обе из женской школы актерской игры. Прежде чем начать нашу сегодняшнюю встречу, необходимо провести некоторую разминку актерского аппарата. Зарядку проводит наш специалист Анатолий Адоскин. Итак, зарядка для творческих работников. Откройте форточку, вытряхните коврики, расслабьте голосовые связки и приготовьтесь к зарядке. Первое упражнение. Упражнение на дыхание. Возьмите в руки толкователи системы Станиславского. Откройте. Глубокий вздох. Закройте. Следующее упражнение – любимое упражнение драматургов. Ходьба на месте. Встали в одну шеренгу. Не толкайте, товарищи. На первый и второй рассчитайтесь. Приготовились и пошли. Очень хорошо. Очень хорошо. Отлично идет. Старайтесь не наступать друг другу на пятки. Продолжайте. Идите. Заканчивайте упражнение. Товарищи драматурги, при упражнении «Ходьба на месте» не следует поднимать высоко головой. Следующее упражнение. Наклоны корпуса в сторону дирекции с одновременным поклоном художественному руководству. Улыбнулись. Начали. Гнитесь, товарищи. Гнитесь. Ниже гнитесь. А уровень выше. Заканчивайте. Четвертое упражнение. Упражнение для молодых актеров, играющих роли героев и актрис, которые играют героинь. Встаньте спинами друг к другу. Упритесь лысинами один в другого. И на счет раз, два, три медленно начинайте приседать. Начали. Хорошо.
Медленнее. Медленнее приседайте. Так, хорошо. Старайтесь не доставать животом пола. Так. Очень хорошо. Ниже. Так. Очень хорошо. Не кряхтите. Помните, что вы молодые. Заканчивайте упражнение. А теперь, товарищи, возьмите совочек и уберите песок. Итак, пятое упражнение – это водные процедуры для критиков и рецензентов. Сделайте шаг вперед, встаньте напротив артистов, посмотрите на них сверху вниз и начинайте плевать. И, наконец, последнее упражнение для всех, смотрящих нашу передачу. Пожимание плечами с одновременным разведением рук в сторону. Согласительно в порядке, так сказать, дискуссионном, проект типового распорядка дня для любого артиста Большого драматического театра, ну, на примере Сергея Юрского. Итак, 5 часов 40 минут утра. Проехал Балагое. 5 часов 47 минут утра. Выучил наизусть сон Татьяны. 6 часов утра. Подъем. 7 часов 50 минут. Здравствуй, столица. Здравствуй, Москва. 8.15, Мосфильм. 8.16, встреча со стрижельщиком. В 8.20, съемки в Остапе Бендере. 10 часов 37 минут. Аэропорт Внуково, вылет в Киев. 10 часов 07 минут, гримерные студии Добженко. 1 часов 08 минут, встреча с Капеляном. 1 часов 09 минут, кинопроба. 12 часов вылет в Ленинград. 13 часов стены родного театра. Чуть для туш на ногах, и я у ваших рук. Утренний спектакль «Горе от ума». 15 часов встреча с Шарко. 15 часов 1 минута. Ленинградская студия телевидения «Прогон Кюхли». 16 часов 40 вылет в Лондон. 17 часов 10 минут по Гринвичу. Встреча с Басилашвили. 17 часов 40 минут по Гринвичу, шефский концерт для тружеников Бирмингама. 18 часов 00 минут, вылет в Москву. 19 часов 10 минут, дом актера, вечер из серии «Лаборатория мастеров художественного слова». Сергей Юрский в программе. Первое отделение Евгений Онегин наизусть, второе отделение новелла Мопассана с листа. 22 часа легкий ужин. 23.55, красная стрела, 5.40, проехал Балагое. 5.47, выучил наизусть Анну Снегину. Мы предлагаем этот проект как схему для любого артиста БДТ. Придется только вставить свои фамилии, сменить кинокартины и своих друзей. А на этом решите мне от вашего имени поблагодарить наших дорогих друзей Анатолия Адоскина и Михаила Одержаева за те несколько прелестных минут, которые сейчас нам доставили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.